Товарищи офицеры и генералы, уважаемые представители Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Монголии, рад приветствовать всех вас, всех участников маневров «Восток-2018». Наша армия и флот впервые проходят столь сложный и масштабный экзамен. В маневрах задействован личный состав двух военных округов и двух флотов Северного и Тихоокеанского. Всего порядка 300 тысяч военнослужащих, десятки тысяч единиц вооружений и военной техники. Детально, всесторонне проверяются ключевые составляющие боеготовности войск, подготовка органов управления, соединений и частей, а также организация их взаимодействия и слаженность. Сегодня здесь, на полигоне Цугал, в Забайкалье, завершается наиболее активный этап маневров. Вы провели его на высоком уровне. Все части и соединения выполнили поставленные задачи. Хочу выразить особую признательность военнослужащим Китайской Народной Республики и Монголии. У нашего боевого братства давние и прочные традиции. Как верховный главнокомандующий, благодарю всех участников маневров «Восток-2018» за добросовестную службу, за профессионализм и выучку. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости, духа и новых успехов. Благодарю за службу. Формирование в июле 1941 года. С уважением, Маньчжурии, указом Президиума Верховного Совета СССР бригад Василием Ивановичем Чапаевым. За героизм проявления является 5-й гвардейский кавалерийский корпус. За мужество и отвагу личного состава в ходе Будапештской нации капитан Казимагомед Гасанов. В августе 40 ордена Суворова 2-й степени мотострелковой бригады. Колонну танков возглавляет командир роты гвардии капитан Народной освободительной армии Китая. 这是中国战斗模范联防队，装备094-120毫米自行榴弹炮。 1942 года танковый корпус был переименован во 2-й гвардейский. Ему было присвоено маршала Советского Союза Василевского. В 2018 году личный состав тяжелый ОС-1А «Санцепёк» с транспортно-заряжающими машинами войск радиационной, химической и биологической запустить сразу две ракеты с одной пусковой установки. К трибунам приближается расчет 107. Присвоен.